Некоторых смущает, что я делаю шарлотку в аэрогриле. Пока вот эту большую плиту раскочегаришь, пройдет столько времени, столько электроэнергии. Здесь все очень быстро. 40 минут, 180 градусов, и все. И она готовенькая. Вот она уже готовенькая. Прекрасная шарлотка. Я ее уже протыкал деревянной шпажкой. Ничего не прилипает. Все очень вкусненько. Вот и вам советую. Простой способ. Экономный. Все, вот наша шарлоточка готова. Сейчас еще расскажу. Так, чаек. Шарлотку мы готовим редко. Мы пузатые. Нам нельзя часто и вкусно кушать. Шарлотка получилась исключительно. Я ее обваливаю, то есть эту форму обсыпаю молотым миндалем. Миндаль купили, обжарили, размололи. Мы добавляем молотый имбирь, ой, молотый миндаль, даже в панировочные сухари, когда готовим там рыбу или мясо. Очень-очень получается приятный вкус. Шарлотка. Меньше стакана муки, меньше стакана сахара, 4 яичка и штук 8 яблок. Антоновка. Все. Теперь мы попьем чай. Все.